Неприятности на горизонте. Сторонники теории плоской Земли устроили акцию протеста возле Национального музея астронавтики. Знакомься, шеф местного отделения плоскоземельщиков. Это еще кто? О, господи, ты притащил плоскоземельщиков? Я также хотел бы сказать, почему вопрос формы Земли, вообще вот эти мирозданческие вопросы о том, где Луна, где звезды, что такое Солнце, что вокруг чего вертится, крутится, стоим ли мы на месте, вертимся, плоская ли она или круглая, почему все это важно? Потому что я заметил, очень многие люди говорят, а какая разница? Мне все равно надо идти платить за ипотеку и так далее. Я просто хочу сказать, ребята, это ложь фундаментальная, и которая является ахиллесовой пятой для всех тех, кто пытается держать людей в рабстве. Потому что если человек поймет, что его водили все это время за нос, и все вот эти космические фотографии, программы, все, что они демонстрируют. И человек очень многое для себя должен понять, что получается, что все остальное автоматически, априори, ставится под вопрос в целом. Вся наука, вся медицина, все воздухоплавание, все исторические события, о которых нам говорят, и так далее, и тому подобное. Значит, руку на отсечение, что называется, да, еще раз хочу своим голосом подтвердить. Я настоящий пилот Боинга 737, уже с командирским допуском на левое кресло, да. Я по-настоящему летал на этих самолетах, но это как показатель такой, что касается такой большой авиации, да. Помимо этого, значит, летал в авиации малого назначения, общего назначения, да, на спортивных самолетах, и фигуры сложного и высшего пилотажа выполнял в качестве части своей тренировки, потому что одновременно вместе с тем, что я являюсь пилотом авиалинии, я еще являюсь пилотом-инструктором, да. Все свое образование академическое получал в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, может быть, иногда людям тяжело воспринимать мою речь, особенно когда я говорю про авиационную терминологию, может, это звучит немножко нелепо. Самый длинный полет в качестве пилота, учитывая модель моего самолета, это было 6-6,5 часов. Речь идет о самолете Boeing 737. Конечно, я скажу, что мы движемся как по плоской поверхности, без всякой корректировки, без всяких поправок на там изгибы Земли и на шарообразную Землю. Это-то понятно, это да. А зачем ты видеочатишься с плоскоземельщиками? Несколько лет назад я поспорил с JR, что нет на свете такой идеи, даже идиотской, в которую люди не поверят. Если бы они только знали, что Земля не плоская, а полая, и внутри живут люди-кроты, и морские чудовища, и семья из затерянного мира. Я придумал теорию плоской Земли, и это сработало на 5 с плюсом, а теперь я их поддерживаю из вредности. Автопилот. Есть несколько уровней автоматики. Первый, второй, третий уровень автоматики, да, в основном. Да, сейчас не будем брать самую сложную. Давайте вот базу. Что такое автопилот? Это чтобы пилот, грубо говоря, набрав определенную высоту, у него там 5 часов ему надо лететь, да, чтобы он не был постоянно напряженным, чтобы его мускулатура, там, рука держать высоту самолета, там, постоянно дергать ручку газа, да, там. То есть, чтобы более-менее был расслабленный полет, так скажем, да, или при тяжелой технике, да, тяжелая техника требует больше распределения внимания, да, на разные инструменты. Поэтому, что такое автопилот? Ну, в простом варианте автопилот должен тебе помочь сохранить тот курс, который ты ему задал. То есть, первое, это направление. Второе, автопилот должен помочь тебе сохранить твою высоту барометрическую относительно воздуха, вот барометрическую, относительно давления воздушного. Высоту, вот, ты его зафиксировал, там, да, самолет будет сам корректировать, например, чтобы там у тебя постоянно сохранялось 12 тысяч футов на высотомере, на высотомере. Это не значит, что ты не можешь врезаться там в
в, не знаю, там, в гору, которая может торчать из-под облаков, да, которая может превышать высоту в 12 тысяч футов, да. То есть он просто тебе помогает зафиксировать вот эти твои показатели. Ну, а более современной техники, это, конечно, редкость, это не во всех самолетах, но более продвинутых есть везде так называемый autothrottle, да, и выдержит определенную скорость самолета, чтобы самолет не накренялся из стороны в сторону, чтобы он не терял своего направления, чтобы он не пикировал, не кабрировал, и чтобы он сохранял свою скорость, но ты постоянно это дело мониторишь. Соответственно, если, вот допустим, есть такое понятие, как тримирование. То есть это когда ты облегчаешь для себя жесткость штурвала, что ли, чтобы твоя мускулатура... Ты тримируешь самолет, и самолет можно почти что отпустить руки даже без автопилота, и он как бы сохраняет свое положение. Вот этот трим, он срабатывает и за счет благодаря автопилоту в том числе. И вот когда самолету приходится по каким-то причинам немножко... регулировать трим, да, тримировать, ты этот процесс наблюдаешь. Если у тебя трим начал прокручиваться вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, для тебя это уже должен быть вопрос, почему руль, контролирующий высоту, начинает такую натяжку делать, что случилось? Либо я скорость у меня теряется, и самолет пытается компенсировать потерю высоты за счет того, что увеличивает угол атаки самолета. То есть для тебя это всегда должен быть вопросительный знак. Да? Поэтому нормальный обычный полет в нормальных, более-менее вот штилевых условиях, обычный полет, так скажем, 99% тех полетов, он проходит вот после выставленного режима, после набранной высоты, после всего... Там ничего не происходит, никакого пикирования, никакого догона. Это, если бы это происходило бы даже в режиме автопилота, мы бы это видели. Нам надо это как-то, то есть нам надо это каким-то образом добиваться. Либо ты это делаешь путем отклонения носа самолета, точнее, тут путем пикирования, да? Либо ты таким образом добиваешься это, либо ты должен сменить режим. Значит, тяги двигателя, чтобы самолет хотя бы начал просаживаться в высоте. Понимаешь, тебе каждую минуту нужно, блин, нырять на 3000 футов в минуту. И ты должен также это отслеживать в своем, ну, высотомере. Вот, то есть то, что изначально абсурдно, я пытаюсь это как-то еще смоделировать, когда это просто мозг взрывается от того, что не может этого сделать. С обычным продолжительным горизонтальным полетом мы должны автоматически набирать высоту, если мы не будем делать поправку на кривизну Земли. А для того, чтобы людям можно было чуть-чуть легче понять, насколько это на самом деле при высоких скоростях, допустим, 500 миль в час, если движется самолет, это вот так скажем, средняя крейсерская скорость там Боинга 37, то это каждую минуту самолет должен нырять и компенсировать набор высоты, он должен нырять в таком случае на аж целых 2777 футов. Давайте округлим до 3000 футов, да, в минуту. Это каждая пройденная минута. Значит, соответственно, 3000 футов в минуту нужно нырять самолету, но это, вы понимаете, это сумасшествие. Самолет не делает никакие нырки. Даже в автопилот ты его поставь, и все эти нырки ты будешь знать, чувствовать, отклонение приборов, это обязательно. Ну, то есть, я понимаю, конечно, человеку, который не соприкасался с авиацией, он может быть сейчас... Наверное, я даже не знаю, сидит и думает, может, ему тяжело это визуализировать, да? Но вот для меня это, конечно, смешно. Это уже не вписывается ни в какую вот эту вот теорию официальную и никак. В современности тогда и не нужно ракет. Достаточно запустить самолет, который будет просто двигаться горизонтально после взлета. Просто горизонтально относительно поверхности Земли. И он рано или поздно окажется в космосе, так называемом космосе. Потому что он с каждым удалением, он должен, если он сохраняет свой горизонтальный полет, угол между
этой ракетой, горизонтально летящей и поверхностью Земли, должен постоянно нарастать до тех пор, пока он, так скажем, не вылетит из той самой мифической орбиты. Истинную форму Земли можно увидеть в секретной документалке. Брюс всемогущий. Вы паникеры несчастные, многие годы смотрите на нас, плоскоземельщиков, свысока. Да! Наше терпение лопнуло. Итак, практика – критерий истины. Но на практике получается, что при полете самолет летит горизонтально. И не живой пилот, ни автопилот никогда не направляет его в пике или не компенсирует высоту снижением скорости лайнера. Для удобства расчетов будем считать в километрах. Радиус Земли по официальным данным равен 6371 километр. Высота полета Боинга 737 равна 11277 метров. Для удобства расчетов округлим до 10 километров. Расстояние полета возьмем, к примеру, 1000 километров. Воспользуемся элементарной теоремой Пифагора, где в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов двух других сторон. Рассчитаем высоту, на которую поднимется Боинг после полета на расстояние 1000 километров. При условии, что пилот не направляет самолет в пике и не компенсирует высоту снижением скорости, то есть не снижает все время высоту, как и происходит в реальности. В итоге получается, что через 1000 километров горизонтального полета самолет поднимется на 87,88 километра над поверхностью Земли. А этого на самом деле не происходит. Это означает, что нет никакого закругления поверхности Земли. Либо радиус изгиба, а соответственно и размеры Земли намного больше, чем утверждают официальные данные. Уважаемые зрители, не спешите забрасывать меня. Ну чем вы там хотите забросать? Скажу так, я не являюсь сторонником плоской Земли, но я являюсь сторонником плоской воды. Но об этом как-нибудь в другой раз. Слушайте, если согласитесь уйти, я расскажу вам тайну. Земля на самом деле не плоская, а полая внутри. Оболочку мы сделали, чтобы кракены не жрали в море людей. Хватит врать!